в нашем случае абсолютно, абсолютно ничего не решалось. Мы проиграли Славянку, да и что? На кону ничего не стояло. Поэтому я абсолютно был спокоен. Да, проиграли бокс. Но ты поставил на кон чемпионский титул, ты вызвал всех легковесов, желающих, кто сразится с тобой. О чем ты думал, прежде чем так поступал? Ты совершил большую ошибку. Ты ответственен. Ты должен понести за это наказание. Что ты можешь сказать вообще? Я не отрицаю своего поражения. Но ты должен знать, что я не буду сейчас плакаться, рассусоливаться, как какая-то маленькая девочка, как многие делают в независимой федерации рестлинга. Но ты должен также понимать то, что ответственность за мое поражение лежит не на мне, а на Сергее Белом. Подожди, подожди. Подожди, мы больше никогда не будем с ними теми друзьями, чем мы были раньше. Ты спешишь с выводами. Тем более перекладываешь вину на другого человека. Я еще раз повторю, у тебя должен был быть план. Не один, два, три. В итоге титул должен был остаться у тебя. План был. Я дал инструкцию Белому, дал задание, но он все равно поступил по-своему. Я что, должен бегать за ним? Как за пацаном? Ты обязан был проконтролировать это все дело. Но в итоге получается так, что мы лишились титула. Невозможно контролировать его. Давай искать выход из ситуации, я не спорю. Я не хочу, абсолютно не хочу, чтобы в нашем коллективе был какой-то разлад. Подожди, сейчас я приму решение. Пускай оно будет немножко странное, оно будет немножко, может быть, нелогично. Но я назначу матч. Ты и Сергей Белый против командных чемпионов Флекса и Рейва. На кону пускай будут стоять титулы. Титулы никуда не уйдут из нашей группировки. В любом случае. Но этот матч покажет все и объединит нас еще больше. И сплочит нас как коллектив. И вы с Белым должны доказать, что вы действительно достойны находиться в нашей группировке. Я не подведу тебя. Давай. А вот Белый не знаю.